Пока в мире не утихают споры о приоритетных направлениях в науке 21 века, многие считают, что будущее человечества неразрывно будет связано с энергетикой. Отвечая современным научным тенденциям, журнал Energist периодически публикует перспективные научные исследования, отражающие дальнейшее развитие технологий и инженерии. Данное издание получило известность благодаря междисциплинарным статьям, рассказывающим о разработках, оценках и управлении энергетическими проектами исследователей со всех точек мира. В журнале я буду курировать, значит, прием и рецензирование статей, связанных как раз с тепловыми методами в энергетике. Это как альтернативная энергетика, так и как бы связанная с природными ископаемыми, нефтью, газом, углем. В состав редколлегии входят специалисты из Великобритании, США, Франции, Германии, Индии, Китая и многих других стран мира. Это не первый международный журнал, который пригласил к себе Михаила Варфоломеева. Я вхожу также в редколлегию Journal of Petroleum Science and Engineering. Это журнал издательства Elsevier, известного американского издательства. Также я вхожу в редколлегию журнала Petroleum. Это издается, значит, одним из китайских университетов совместно тоже с Elsevier. Этот журнал тоже активно развивается. Вот сейчас точно не скажу, то ли он в квартире Q2 или Q3. Камиль Гемоздинов, Универньюз.